Евгения Фомина. Если ничего сказать. Наверное, мой самый необдуманный поступок. А сейчас смотри, прыгаешь вон на те четыре крайние левой трубы. Ага, вижу. Все, ладно. Отталкиваешься как можно сильнее, вперед и вверх. Вверх, да? Да, все. Ой, можно за вас держаться? Можно. Нет, ну давай так. Нет, так опаснее. Ой. Спасибо. О, как тут круто! Можешь посмотреть на меня и помахать ручкой правой. Не так быстро. Вот так. Это супер! О, он у меня не в этот? Не в этот? После лестницы рука вообще не держит себя. Я не боюсь. Пока что. Все? Нет, еще. Реально уже все зато смотрела. Мне кажется, технически я не смогу это выполнить. То есть я понимаю, как это нужно сделать, прыгнуть. А мне кажется, тело меня подведет. Оно скажет, фигушки тебе, самое не будешь ты так делать. Думать, если ты как вот задумала, что у тебя прыжок должен быть вот туда. Надо да. Его и делать. Вверх и вперед. Да. То есть не просто падать, а именно прыгать. Подходи ближе к краю, слушай. Вообще круто! Ой, клево! Пойдем вон туда на холм. А, я не могу идти. Надо. Оно меня тянет вверх. А, ну, вот прыгни в этом, я не знаю. Все, все равно. Круто! Спасибо большое. Приходите. Практически не за что.